К другим новостям. В Таразе стартовала неделя высокой моды Аспара Fashion Week, где свои коллекции представили дизайнеры из Казахстана и ведущие модельеры стран ближнего зарубежья. Тему продолжит Ринар Рахматуллин. Цель 9-го сезона международного проекта – продемонстрировать смелые взгляды талантливых модельеров, филигранно сочетающих этнические мотивы с тенденциями современной моды, а также создать единую платформу для продвижения современного казахского костюма в глобальный мир. В открытии недели моды Аспара Fashion Week принял участие аким области Нуржан Нуржигитов. Проводимая в Таразе международная неделя моды Аспара Fashion Week – это праздник моды для дизайнеров из всех наших регионов. Его уникальность и отличие от других недель моды в том, что Аспара Fashion Week представляет площадку дизайнерам одежды, использующим ручной труд и традиционные ремесла. Вдохновить идеями народных мотивов, привлечь внимание и вызвать восхищение международной индустрии моды традициями национального костюма – есть важная задача проекта. Вечер моды открыла коллекция известного российского модельера Рафа Сардарова. Индивидуальность нарядов, интересные находки модных тенденций, дерзкие решения и современная классика – все это можно было увидеть в представленных коллекциях, что свидетельствует о повышении интереса к изучению, сохранению и развитию традиций национального костюма. Отличительной особенностью первого дня показа мод стало участие в проекте возрастных моделей. Мы достигли таких успехов. Мы сейчас принимаем именно участие на международном подиуме, где собираются дизайнеры из-за рубежа приехали. Очень-очень много. Вы знаете, я приглашаю всех возрастных, подруг своих. Именно очень интересный проект. Открытый показ мод продлится вплоть до 6 мая, а 7 и 8 числа будет проведен в онлайн-формате. В рамках проекта, помимо показов коллекции, планируется проведение национального конкурса дизайнеров одежды в стиле неофольклор среди колледжей Казахстана. Ринар Рахматуллин, Азат Байтимир, Жамбыл Ньюс.